الصلاة رحمكم الله إلى الصلاة الجامعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، واجعي مبراتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, говорит в своем достопочтенном хадисе, упоминая о аде, говорит такие слова: «Инна ахвана ахлин нари азабан йома ль-киямати ля раджулун юдау фи ахмаси кадамайхи джамратан». يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وأنه لأهونهم عذابا. Общий смысл, который обозначает, что воистину в аду есть такое наказание. Под ногами человека будут ставить два сильно нагретых камня. И от этих камней мозги будут у этого человека кипеть. И этот человек будет думать, что он самый сильно наказуемый человек в аду. Он будет думать, что его наказывают самым сильным наказанием. Но воистину же он будет являться тем, кого наказывают самым легким наказанием. Вот настолько будет сурово наказание в аду, что даже тот человек, которого наказывает самым легким видом наказания, он будет думать, что он самый сильно испытываемый человек в аду. Также посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит, что ад, он наиблизок к вам, чем шнурок, зашнурованный на твоей обуви. Вот настолько близок ад к человеку. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, что хочет этим сказать? Он этим хочет сказать, что ад для нас, он недалеко в будущем. Пусть мы не думаем, что нам еще лет 30, 20, 50 нужно прожить. Он настолько близок, что у нас нет времени о чем-то думать. Также посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит: если бы мусульманин знал бы, каково наказание Всевышнего Аллаха в аду, то мусульманин бы никогда в жизни не пожелал бы, то есть он не подумал бы, что он когда-то попадет в рай. Вот настолько сильно наказание будет человеку в аду, что он подумает, наверное, у Всевышнего Аллаха нет милости. Вот такое будет сильное наказание. Также посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит, что первое место убежища человека в этом мире – это могила. И тот, кто в этой могиле спасется, он и в будущем спасется. А тот, кто в этой могиле не спасется, он и дальше не спасется. А где эти могилы, уважаемые братья? Где это кладбище? Оно ведь рядом с нами, правильно ведь? Оно не на том свете, чтобы думать, мы когда-то еще в будущем попадем. Оно перед нами, здесь, за городом. Каждый день моют джаназа, правильно ведь? Моют человека. Каждый день молимся за мертвого человека, который уже ушел в иной мир. И зная это, уважаемые братья, мы не должны быть уверены о завтрашнем дне. Может быть, сегодня нас будут мыть. Может быть, завтра тебя будут мыть. Поэтому каждый из нас, уважаемые братья, должен о таких вещах задумываться. И сегодняшний день... Наш сегодняшний день, уважаемые братья, это близок к судному дню. Вот сами подумайте, сколько дней прошло с прошлой пятницы? Сколько дней прошло? Целых 7 дней, правильно? Но мы этот день помним, как будто это было вчера, правильно? Вот настолько быстро это прошло. Поэтому посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит, ближе к судному дню дни будут идти быстрее. И мы этому сами свидетели. В
во времена прежних пророков одна женщина плакала, и пророк ее времени к ней подходит и спрашивает: «Почему ты плачешь? Что случилось?» Она говорит: «У меня сын был совсем молодым, ему было где-то 150 лет, не меньше. Он умер, даже жизнь нормально не увидел и умер. Поэтому я плачу». А ей где-то было за 300. Тогда этот пророк ей говорит: «А ты знаешь, что наступит такое время, что люди даже до 60 лет не будут доживать и будут умирать?» Знаете, что эта женщина ответила? Она ответила: «Если я бы жила в это время, я бы свой лоб с земного поклона не поднимала бы». Она посчитала настолько малым сроком, чтобы на что-то другое отвлекаться. 60 лет – это вообще мало, она посчитала. И поэтому сказала: «Я даже лоб не поднимала бы земного поклона». Вот в такое время мы живем, уважаемые братья. Поэтому мы должны стараться всячески находить пути, чтобы мы более тянулись к ахирату, более стремились к этому дню. И для того, чтобы человек вот на самом же деле не провел напрасно это время, этому причине служит его друг, с кем он дружит. И если на самом деле Всевышний Аллах даст тебе хорошего друга, то ты будешь самым счастливым человеком в этом мире. Последнее, уважаемые братья, хочу привести хадис посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям. Вот человек старается исправляться в лучшую сторону, он исправился, начинает совершать намаз, но его прошлое было очень плохим. Он пил, курил, там, танцевал, в развлекательные залы ходил, у него был круг общения очень плохой. Но когда он оставил, его друзья говорят: там, один скажет, он в религию ударился, другой скажет, там, он что-то не то с ним. Может, кто-то скажет вообще, чтобы отмазаться, там, как за ним не пойти, скажет, он там ваххабистом стал, он может так тоже сказать. Но человек, когда исправляется, и ему становится трудно из-за того, что круг общения у него поменялся, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит такие слова: «Бада аль-исламу гарибан, васаяуду гарибан, фатуба лил-гураба». Ислам изначально, он был чуждым для людей. Люди не принимали это. И в конце тоже он, вблизи к судному дню, он также станет чуждым для людей. Как это мы сегодня видим, братья. Вот в город выйдите, посмотрите, вот видно ведь. Раз вот как тепло наступило, девушки разделись. Мы ведь наследники чьи? Мы наследники матерей, которые со скал спрыгивали. Ради чего? Ради того, чтобы к неверующим в руки не попасть. Вот чьи мы наследники. А если со стороны посмотреть, если другой со стороны посмотрит, он так не скажет. Почему? Потому что мы в этом виноваты, братья. Мы не хотим сохранять ту честь, как сохраняли наши предки эту честь. И посланник Аллаха, алейхиссалям, говорит: «Фатуба лил-гураба» – радость отчужденным. Радость тем, которые стали одинокими из-за того, что они начали совершать намаз, из-за того, что они начали закрываться. И мы должны заметить, братья, что отчужденный – это не тот вот парень начал тюбетейку одевать, мечеть ходит, но все же дела у него такие же. Девушка – это не та, которая одела хиджаб, но все-таки она в Инстаграме фоткается, там себя снимает, селфи делает и пишет там о себе, ставит ники «отчужденная». Это неправильно. Отчужденные – это те, которые отдалились от плохого и стараются остерегаться этого, и отдаляются от тех людей, которые вот гуляют как попало, от девушек, которые не одеваются по исламу, просто так гуляют. Поэтому отчужденные – это те, которые стараются от этого всего отдалиться. Пусть Аллах Тааля даст нам правильное понимание, уважаемые братья, и быть на правильном пути. الصلاة